Впрочем, выигрываем что-нибудь обязательно. Только не пинг, не грин, да что ты будешь делать? О, пицца! Ребята, пицца! Ничего себе, давай-ка быстренько посмотрим, что за пицца. Перчаточки пицца. Вау, ребята, смотрите, перчатки из пиццы у меня, ничего себе. Я сейчас буду всем раздавать пиццей этой. Я буду просто давать пиццы попробовать чувачкам. Так, кого угостить пиццей, чуваки? Давайте, поднимайте руки, кому дать пиццы. Кто хочет пиццы? Ладно, начинаем справа, погнали. Так, все. Давай, зеленый, ты хочешь пиццы? Мне всегда зеленые попадаются первые. Подожди, малыш, ты что, пиццы самой вне очереди захотел? На, получай. Ты хочешь тоже пиццы? На. Эй, я попадаю тебе? Нет. Или попадай, да. Так, ну что, остался один ты. Тебе больше всего достанется пиццы. О, ты что, типа самый крутой такой? Быстро тут бегаешь, да? Решил удрать от меня или что? Эй, чувак, что с тобой? Все, на, держи пиццы. Сейчас получишь у меня пиццы. На. Что, один удар тебе? Ты чего такой слабый-то оказался? Даже неинтересно, ребята. Все, я опять победил в турнире. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и это продолжение бокс-симулятора в Roblox. Ребят, я обещал вам накачать 60 тысяч силы, но я не накачал 60 тысяч силы, а накачал целых 100 тысяч силы. Вы представляете, сколько трудов мне этого стоило? Ну а накачал я 100 тысяч силы в честь 100 тысяч подписчиков на канале Cool Games. Ребята, это очень круто, и сразу хочу сказать спасибо всем, кто подписался на мой канал, всем, кто смотрит мои видео, всем, кто поддерживает меня. Ребята, вы у меня самые лучшие. Я вас очень люблю и очень ценю. Спасибо вам огромное. Ну и смотрите, ребят, какой же я здоровенный. 100 тысяч силы, это вам не шуточки. Я здесь самый огроменный. Кстати, я еще ни разу не видел чуваков больших, чем я в размере. То есть, накачанных больше я видел, но вот большего размера я еще не видел. И, кстати, ребята, у меня уже нет больше головы. Она где-то там в шее, непонятно где. Короче, ее вообще нет у меня, ребята. И так как я такой здоровенный, я могу забираться вообще куда угодно. Смотрите, я забрался на вот эту вот статую. Когда-то она была для меня такая здоровенная, но теперь она меньше меня. Давайте-ка сейчас спустимся вниз и посмотрим, что там творится. Так, пошли, смотрите, как я медленно хожу. Какие у меня здоровенные ноги. Я не знаю, как у слона, наверное, даже больше. Так, тише. Во, смотри, какой я большой. Вообще, вот больше этой статуи, больше здесь вообще всего. Пальм, даже больше пальм в два раза. Правда, горы еще чуть-чуть меня выше там, но это, ребята, не намного они меня выше. Можно еще больше подрасти, но здесь тогда вообще будет нереально. Так, кто-то меня там бьет. Давай-ка вот так. Нет, зато... Так, подождите, соглашаемся на бой. Так как я такой здоровенный, мне очень сложно передвигаться. И, ребята, очень сложно драться, потому что все такие маленькие и очень тяжело попадать. Очень сложно, а меня бить полегче, конечно же. Но теперь смотрите, я еще научился очень быстро передвигаться. Зажимаем W, D и пробел, и полетели. Правда, я, наверное, слишком уже вырос, слишком большой, застреваю. Даже не могу особо быстро передвигаться. Давай, чувак, вот давай. Вот так вот как-то я должен передвигаться быстро. Но, ребят, наверное, я уже вообще слишком вырос. Очень сложно. Также смотрите, так как я такой здоровенный и очень высоко нахожусь, я даже не вижу никаких ников игроков. Поэтому иногда могу даже и попасть по какому-нибудь своему другу или даже подписчику. Поэтому, ребята, не обижайтесь, если я вдруг нечаянно кого-нибудь из вас задену. Потому что, ну, здесь вообще не видно. Вот, допустим, вот этот зеленый чувак, я даже его не вижу ника. Кто ты такой вообще? Ну и попадать тоже очень сложно. То есть громилом быть, конечно, круто, ты здоровенный, все на тебя смотрят снизу такой, кто это за монстр, думают. Но и очень быть сложно. Сложно здесь биться. Так, но у нас же все-таки бокс, поэтому здесь основное нужно хорошенько драться. Так, смотри, все качаются, все готовятся. И скоро мы попадем на этот ринг. Ну, естественно, мы должны победить, ребята. Все-таки 100 тысяч подписчиков, мы должны сегодня просто побеждать всех. Да, ну тут какая-то мелочь реально. Ребят, если бы еще можно было здесь всех топтать, я бы даже и не бил опачки. Меня уже на ринг запустили, смотрите, какой здоровенный. У меня ноги когда провалились даже.
Вот, смотри, какой я здоровенный в этом ринге. Ничего себе, ребята. Так, ну мне соперника хоть дали какого-нибудь? То я здесь вообще ничего не вижу. Где мои соперники? Я их даже не вижу вообще. Мне нужно какие-то очки одевать, что ли. Ладно, давай посмотрим. Так, а вот, есть какие-то соперники даже у меня. Ну что, будем бить их? Ладно, давайте не будем их бить, пока они не начнут меня бить. Так, красный, красный печат, ты чего меня бьешь? Ты чего меня бьешь? Ты реально думаешь, что меня сможешь победить? Здесь нужно драться только от первого лица, потому что вот так я вообще ничего не вижу за этой спины здоровенной, ребята. Так, ладно, что тут у нас происходит? Чувак смотрит, думает, что ж делать, куда я попал, зачем я пошел на этот ринг? Что теперь делать, что здесь творится? Ну, смотри, он меня не бьет, он бьет, наверное, остальных, да. Ну, потому что он понимает, что нет смысла меня бить, потому что я здесь всех побью. Смотри, какие ручища у меня, ребята. Я вообще какой-то монстр-гигант здоровенный. Не знаю, как еще можно это назвать. Ну что, чуваки, давайте бейтесь, я посмотрю, что вы можете. Ну, а потом подумаю, бить вас или не бить. Ну, конечно, придется кого-нибудь в конце все равно побить, оставшегося в живых. Но давайте, кто из вас останется, мне интересно посмотреть. Так, смотри, он смотрит на меня, думает, что делать, что же делать? Я не знаю, он думает такой. А ты что смотришь? Перчатки достал, ну-ка прячь перчатки, ладно, вы там между собой. Смотри, чувак смотрит на меня, эй, привет, привет, чувак, давай попрыгаем вот так вот. Смотри, какие пальмы. Так, так, ну что он там? Стоит, думает, я не знаю, куда я попал вообще? Куда я здесь попал? Да, ребята, ну мелких, конечно, очень сложно бить, потому что по ним очень тяжело попадать. Иногда бьешь мелкого, а попадаешь вообще, как кто-нибудь если рядом стоит, то может, можно задеть очень легко, ребята. Так, ну что, этот качается. А, двое остались, да? Ну что, будем бить? Все, эй, ну давайте сражайтесь. Ну-ка давайте, быстро бейтесь между собой, а то придется мне вас всех побить. Ну-ка, давай, давай, чуваки. Так, ладно, мелкий, кто первый? Ты первый, раз. Все, развалился, а ты тоже, раз. Что? Эй, ты хочешь биться со мной? Все, чувак, не дошел немножечко. Да, ребят, все, я победил. Ну, а что мне оставалось делать? Мне пришлось победить. И, кстати, у меня уже куча денег, ребята. Сколько мне? 22 625, 22 тысячи. Вот, я, смотрите, какой я гигант, ребята. Вот вы просто посмотрите. Я на острове вообще, не знаю, такой здоровенный. Да, если бы можно было топтать, я бы здесь, наверное, вообще всех затоптал. Ну что, давайте, денежки есть? Ой, подожди, кто-то бьет меня? Эй, кто там такой крутой? Раз. Развалился. Ну что, кто следующий? Я же не бью просто так маленьких. Только кто до меня доколупается здесь. Ну что? Так, смотри, что они меня трогают? На, тебе. Попал? Да, смотри, упал, развалился. Эй, чувачки, ну не трогайте меня, я же хороший, добрый. Никого просто так не бью. Эй, а ты чего этого побил-то, а? Иди-ка сюда. Смотри, перчатки такие, как у меня. На, ты что, думаешь, самый крутой здесь или что? Все, улетел, ребята, вы видали, как он улетел? А вот здесь я был в самом начале стоял. Я выше вот этой штуки, смотрите, какой я здоровенный. Ну что, давайте поиграем. О, куда я улетел? Так, а давайте поиграем. Купим сейчас себе какие-нибудь, выиграем скины для перчаточек. Погнали, денег куча. Так, грин, конечно же, зелененький, да? Как всегда. Нет, пинк. Пинк у меня есть тоже. Давай другие, другие. Ладно, давай крутим еще. Что у нас там нету? Вроде бы у меня каких-то нету перчаток, которые здесь еще можно выиграть. А, зеленые, спасибо. У меня уже целая куча зеленых. Можно на рынке продавать. Так, подожди. Блэк. Бу-бу. Да ну, я хотел те черные. Нет, опять зеленые. Конечно, можно их уже солить, эти зеленые перчатки. Играем дальше. Ну-ка, ну-ка, давай какие-нибудь крутые мне перчаточки. Опять пинг. Не нужны мне эти пинг. Давай дальше. Давай, 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 давай. Нет, только не зеленые. Только не зеленые же. Ну же. О, вафл. Подожди-ка, у меня такие есть или нету? Подожди, 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 закроем. Давай-ка посмотрим, что это за перчаточки такие. Где-то они. Так, соглашаемся на бой. Берем вот эти перчатки, закрываем и смотрим. А, были у меня такие перчатки, были. Да, давай другие, давай еще поиграем. Так, погнали. Мне нужны обязательно сегодня новые перчатки. В честь 100 тысяч подписчиков я должен обязательно какие-нибудь крутые перчаточки выиграть, ребята. Давай, 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 денег тем более валом. Так, подожди, такие есть. Такие есть. Пинк, пинк вообще куча у меня их. Какие зеленых, какие этих розовых. Давай дальше. Нет, давай следующее. Нет, только не зеленые, да что здесь такое? С этим автоматом.
Только зеленые и розовые. Ну-ка, ну-ка, дальше, дальше, дальше. О, подожди. О, подожди, у меня таких нету. Да ну! Белые. Кстати, белых у меня вроде бы и не было. Дай-ка посмотрим. А, где наши беленькие перчаточки? Давай-ка посмотрим. Вау, прикольные. Смотри, белые перчатки тоже прикольные. Хоть кажется и простые белые, но смотрится круто. Ладно, давай еще поиграем. Погнали. Так, может еще какие-нибудь крутые выиграю. Белый... О, пицца. Пицца. Давай пицца. Нет. Опять пинг. Дальше. Так, там бои начинаются уже. Нет, только не зеленые. Только не зеленые. Дальше. Нет, зеленые опять. Да что ж такое творится, ребята? Играем дальше. Нет, давайте пропускайте в эти зеленые. Пинг опять. Да что ты тут будешь делать с этим автоматом игровым? Дальше, дальше, дальше. Только не грин. Блю, есть такие. Дальше идем. Давай, давай, давай. Там же еще я видел крутые перчатки, которых у меня нету. Я там не на ринге еще хоть? Не бьет меня еще никто там? Опять пинг. Ух ты. Ладно, дальше погнали. Ну, подожди, эти есть, не помню. Так, я, наверное, на ринге уже, нет? Давай-ка посмотрим. Я на ринге? О, нет, я не на ринге. Ребят, смотрите, какой здоровенный. Это просто жесть, это просто жесть. Ладно, погнали дальше. Так, 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 крутим. Крутим, крутим, выигрываем что-нибудь обязательно. Только не пинг, не грин, да что ты будешь делать? О, пицца, пицца, пицца! Ребята, пицца, ничего себе. Давай-ка быстренько посмотрим, что за пицца. Перчаточки пицца. Вау, ребята, смотрите, перчатки из пиццы у меня, ничего себе. Я сейчас буду всем раздавать пиццей этой. Я буду просто давать пиццы попробовать чувачкам. Вот так вот, раз, на пиццы тебе, еще тебе. Сейчас только меня в ринг запустят, я всем там раздам этой пиццы. Так, кто там смотрит на меня? Подожди-ка, смотри, все стоят, они смотрят за боями, да? Все стали такие? Один на меня смотрит, эй, чувак, не смотри на меня, я тебя запомню. Мы в ринге с тобой разберемся. Да. Так, смотри, там толпой бьются что-то. Давайте меня уже запускайте. Смотри, какой я здоровяк. С крутыми перчатками и пиццей. Пицца, уху, перчатки, пицца. Я такой монстр с такими крутыми перчаточками. Так, пишите, ребятки, у кого есть тоже такие перчатки, пицца. Так, ну что, чуваки, что будем делать? Давайте ваше предложение. Что мы сегодня будем делать? Как будем делить победы? Так, чувак, я тебя запоминал сразу, помню. Ты, ух ты, смотри, как он еще бьется серьезно. Да, да, не повезло ему как-то. Эй, что с тобой случилось? Что-то ты падал 5 раз там. Так, ладно. Я никого не трогаю, я отхожу в уголок и просто наблюдаю. Но кто ко мне подходит, я начинаю бить. Я буду сейчас... Кстати, я же забыл. Давайте я вас угощу пиццей. Так, кого угостить пиццей, чуваки? Давайте, поднимайте руки, кому дать пиццы. Кто хочет пиццы? Ладно, начинаем, начинаем справа. Погнали. Так, все. Давай, зеленый, ты хочешь пиццы? Мне всегда в зеленые попадаются первые. Подожди, малыш, ты что, пиццы самой вне очереди захотел? На, получай. Ты хочешь тоже пиццы? На. На. Эй, я попадаю тебе? Нет. Или попадаю? Да. Так, ну что, остался один ты. Тебе больше всего достанется пиццы. О, ты что, типа самый крутой такой? Быстро тут бегаешь, да? Решил удрать от меня или что? Эй, чувак, что с тобой? Все, на, держи пиццы. Сейчас получишь у меня пиццы. На. Что, один удар тебе? Ты чего такой слабый оказался? Даже неинтересно, ребята. Все, я опять победил в турнире. Вот это круто, вот это да, ребята. Да, вот это я монстр. С пиццевыми перчатками. Вот, их можно сейчас нормально посмотреть. Вау, какие они крутые. Пицца-перчаточки эти. Да. Опачки, что за наезд на меня? Кто там? Эй, подожди, подожди, перчатки берем. Кто ты такой? А, вот этот. Воу, иди сюда, чувачок, иди сюда. Очень тяжело попадать, ребята. Особенно по мелким. Вообще сложно попадать. Так, так, ну что? Идите сюда. Ну-ка, смотри, кто тут? Будем разборки устраивать? Ну, это меня не трогает, ладно. Так, а здесь чуваки с перчатками. Но я никого не трогаю пока что. Ах ты, на меня наехал вот этот чувак, на. Готов. Кто еще на меня собирается наезжать? 100 тысяч силы, ребята. Это вам не шуточки. Подожди, кто бьет? Я не могу понять, кто бьет. Короче, надо бить всех. Все, меня кто-то тут бьет очень сильно. Давай-ка отойдем. Я не понимаю, кто. Потому что здесь с высоты вообще не видно. Сейчас начну всех бить. Если не признаетесь, кто меня бил. Так, кто меня бил? Кто? Вот кто меня сейчас бьет? Я не знаю, ребята. У меня очень мало осталось хпшек.
Но кто-то тихонечко здесь бьет. И он хочет, наверное, чтобы я тут начал всех бить. Я куда-то улетел, ребята. Смотрите, я в космосе летаю где-то. С пиццевыми перчатками. Вкусненькие, наверное, эти перчатки. Так, ладно, давай-ка приземляемся и начнем еще кого-нибудь кормить пиццей. Кстати, давай-ка на гору. Смотрите, ребята, я на горе. Я могу по горам ходить, вообще могу где угодно ходить. Эй, тише, не упади, чувак. Нет, я ушел под этот остров. Утонул просто. Так, ну что, кто тут, кто? Кто был такой крутой здесь? Я сейчас начну здесь просто всех выносить. Потому что вы не признаете, кто меня бил. Ты бил? Сколько тебе ударов нужно? 1-2 хватило. Так, ты чувак. Так, опять битва, ладно, давай еще согласимся. Так, ну кто? Кто вы такие, ребята? Я не знаю, такие все какие-то маленькие стали. Да, потому что никто не хочет качаться до таких больших размеров, потому что все-таки такими большими размерами сложно играть. Очень сложно попадать, да и вообще ходить, честно говоря, сложно. Я даже развернуться здесь не могу, потому что здесь очень тесно в этом коридорчике таком. Ребята, я даже не могу развернуться нормально. Ладно, только вот так можно развернуться, и я не могу и ходить нормально. Что ты меня бьешь? В ринге выясним отношения, посмотрим, как ты будешь в ринге потом меня бить. Кстати, у него какие-то крутые перчатки. Вы видали? Когда-нибудь я себе тоже такие выиграю. Обязательно. Так, ну а пока что мы будем с пиццевыми перчатками играть. Ну что, когда там запустит меня в ринг, я просто всех опять должен побить. И смотрю, какие у него перчатки. Короче, ребят, тут еще много крутых перчаток поставалось, которые мне нужно будет выиграть. У меня осталось 16 тысяч, и обязательно я должен еще какие-нибудь крутые перчаточки здесь попробовать выиграть. Так, ну что, давайте, запускайте. Начинаем наши бои. Воу, что здесь все трясется? Просто я такой огроменный, что здесь все трясется, и я вообще здесь застрею везде. Так, ну что, погнали. Давай, кого там в ринг? Да что такое? Воу, ребята. Вообще, смотри, какое ручище. Я не знаю, это ручище, как две пальмы. Такой толщины. Ну что, в ринг кто-то пошел? Давай посмотрим, подойдем поближе. Смотрим, может, так и смотреть сверху на ринг. Ну что там, малыши какие-то дерутся, да? Ну что, малыши, смотри, все такие смотрят, стоят, бои и думают, что делать? Опять этот монстр пришел сюда. Как нам побеждать? Это просто нереально. О, смотри, кто зашел! Какой-то зашел чувак, у которого 396 тысяч силы. Это просто жесть, ребята. Это вообще нереально. Да, видите, какие бывают. Но я уверен, он не будет больше меня, потому что они все становятся маленькими. Никто не хочет становиться большим, как я. Так, давайте, запускайте меня уже в ринг. Будем там выносить всех. Ну, давайте. Я уже быстренько хочу тут побить кого-нибудь. Пиццевыми перчатками. Раз, два, и готово. Раз, два, и готово. Так, ну что? О, все, я в ринге. Ну все, я теперь не буду никого щадить. Иди сюда, чувак. Ты чего тоже? Все, готово, разваливается. Следующий, иди сюда. Кто еще хочет пиццу попробовать? Ты что ли? Готов, следующий. Мне даже ходить никуда не нужно. Я могу встать по центру и просто здесь всех выносить. Давай, еще кого-нибудь мне. Давай, подавайте сюда. Готов. Так, долго думал и упал все-таки. Так, следующего мне. Чуваки уже думают, зачем мы сюда пришли. Так, кто? Ты? Ты перчатки даже взял? Все, как взял, так и назад положил. Следующие два осталось, да? Давай сюда. Здоровяка. Хорошо. Здоровяк. Мне тоже такие есть перчатки, но они тебе не помогут. Все, готов. И ему тот вот мелкий остался, последний. Так, ну что, мелкий, тебе сколько ударов нужно? Я понял, тебе нужно было полудара. Даже меньше, наверное. Все, ребят, я опять победил. Ну тут, конечно же, было бы глупо не победить с такой силой и с такими размерами. Так, ну где тот чувак здоровенный? Смотри, по мне он бегает, здесь можно всех собрать, и по мне они могут бегать. Так, ну что, ребятки, давайте на этом на сегодня будем эту серию завершать. А в следующей серии я все-таки стану маленьким, но очень сильным, и мы просто будем всех выносить. Мы сначала будем подходить к большим, таким доколупываться до них. Когда они будут хотеть нас побить, мы достанем перчатки и будем выносить их с одного удара. Это будет, наверное, очень прикольно и интересно. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эту серию. Также не забудьте поставить лайк этому видео. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.